Всем привет, друзья! С вами снова Викс, великий могучий инженер. И сегодняшняя серия будет посвящена новому тиру, открытию нового тира, восьмого. В прошлой серии, если кто смотрел, кто не смотрел, посмотрите. Я усиливал производство, то есть первичное производство, которое идет на конструкторах. Потом и производство на ассемблерах немножко увеличил. Несколько станочков добавил. Ну и, естественно, изготовители. Добавил несколько станков. Вот. Кстати, бровую. Бровую не могу, да? Сегодня, соответственно, теперь я усиливал-то для чего? Для того, чтобы быстрее открыть новый тир. Новый тир у меня открылся уже довольно-таки давно. Но никак не доходили руки его исследовать. Хотя и атомная электростанция у меня есть еще до обновления. Поэтому... Я особо не стремился его сделать, потому что я сначала занимался электростанцией, сначала топливной, потом атомной занимался, потом вот наращивание производства и так далее и тому подобное. Вот, собственно, сегодня я все четыре этих самых дерева исследую в этой серии, постараюсь. Что нужно для начала? Ну, выбираю, естественно, первую, ядерная энергия. Сюда нужно накидать... суперкомпов, проволоки, цемента, так, каркасов. Че, не хватило каркасов, что ли? Ничего страшного, я подготовился и еще заранее притащил уже, так что не это, можно не паниковать. Так, каркасики и цементика. Ничего, понеслась, отправляем наш кораблик на орбиту. Parts, все, ладно. Все. Полетел. Так, отлично. Сколько у нас тайм-аут? 14 минут. 14 минут. За 14 минут нужно подготовиться к следующему тиру. Для него уже есть блок радиоуправления. Нужно 3000 проволоки и 200 дюралюминиевых листов. Все, в принципе, есть. Сейчас сгоняю за, получается, листами и этим. Ну и проволокой. Соответственно, что нужно? Так, вот это все уже не нужно, да, я так полагаю? Так, а что у меня есть? А, блок радиоуправления. Кстати, а вот тут вот следующие тиры. Суперкомпы. Надо оставить суперкомпы. И все. Оставить только одни суперкомпы. Окей, окей. Суперкомпы оставляем. Так, и что еще тут нужно? Ну, проволока, дюралевые миниевые всякие листы. Окей. Так, сейчас лишнее я скину на склад. У меня тут такой топовый склад. Ай, только я улетел. Во. Так, что тут? Ну, вот этих вот. Вот эту вот штуки сложить. Одну возьму. Вполне хватит. Так, моторы. Мне моторы не нужны. Тоже сложу на склад. Видите, как удобно. Видно, в каком ящике что лежит. Но все равно не всегда удобно это все смотреть. Так, моторы. Один оставлю все же. По одному я буду оставлять. Так, кабеля, кабеля. Это ля, это фа. Это просто кабеля. Так, тоже оставляю вот эти роторы в роторы. А тут и так их уже фигища. Ну ладно, что есть, то есть. Богато живем. Разжился, так сказать. Компы, кстати, не нужны. Так, вот эти пластины тоже мне, по-моему. Да, дофиги еще. Ну ладно. Нужно 3000 проволоки взять. Так, лишнее я скину сюда. Вот это не надо, это... Кубики тоже не нужны.
Так, ну и роторы. Поскину. Так, вот это зачем мне тут лежит? Тоже не нужно. Все. Так, мне что нужно? Суперкомп... А, эти я оставил. Алюминиевые, дюралюминиевые всякие листы. И что-то... А, и проволока. Все, это надо все туда бежать. Ой, не сюда. Это вот сюда. Вот как минимум сюда для начала. Кстати, а тут есть? Что тут есть? Нет, ничего нету. Ничего полезного для меня нету. А где моя машинка? Машинка где-то потерялась, ладно. Придется так. Так, мне что? Дюралюминиевые листы. Нужно теперь поправить тут производство. Не то, что поправить, а усилить производство некоторых компонентов, некоторых деталей. Потому что нужно много всего. Как минимум ограничители. Он такой матерый, но его нужно много. Вот, и что еще? А, и медные листы. Это вот в прошлой серии я как раз занимался усилением. Усилил только винты. Вот тебе нужно, соответственно, вот это все усиливать. Вот я усилил. Так, все, вот тут у меня находятся дюралюминиевые эти самые детали какие-то. Сейчас их возьму из ящика. Собственно, за этим и поехал. Че так музыка тихо, кстати? Я специально потише сделал. И что, я ее всегда смогу потише делать. Так. Во. Алюминиевый корпус. А сколько там надо? Ну, 3 штуки возьму. Лишний не будет. Так, теперь нужны листы и потом проволока. Так, листы тут у меня, да? Ну, мне все равно их надо много. Сейчас возьму, сколько будет. Так, ну все, и теперь можно идти на этаж ниже за проволокой. Так, только вспомнить бы, где она. Она вообще тут? Тут. Должна быть тут. Этот этаж, кстати, не работает у меня. Он пока... Все производство остановлено, отключено. Потому что, ну, это мне все пока не надо, все в другом этаже. Так, 3000, насколько помню. Получается... Как оценить? 1000, еще 500, 2000. Так, это можно скинуть, кстати. 3000, ну и 7500. Вот все. Я все взял. Я молодец. Что сидит скафандр одеть? Че, электричества нету, все, не летаем. О, заедился. Интересно, с чего он подзаедился? О. Тупо, что его надо подзаезжать. Не знаю, аккумулятор бы вот можно было использовать. Что он летит вот, если не подзарядить это все. Тормознет. Эти печки еще даже умудряются работать. Спускаемся. И слишком долгий спуск. Так, вверх. Нет. Поставлю я лучше обыкновенный ранец на топливо. Как-то получше работает. Так, еще выше. Да, и нужен лифт. Не знаю, когда не дойдет до них, что нужен нормальный лифт, чтобы взял, так на этаж поднялся. И все. И никаких проблем. Ой-ой. Спотыкнулся.
Так, что мне там по потреблению, кстати? Ой-ой, 8600. До девятки, 9. Ну, когда 10 будет, то тогда вот буду суетиться. Ну, после тира, как минимум, пойду еще усилю атомную энергетику. Еще одну поставлю. Бандурину. Так, что? Что у нас имеется? Все имеется. Все в наличии, все зашибись. Для следующего тира. Кстати, что открылось? Урановый стержень. Он делается. Генератор магнитного поля. О, так, ну ячейка есть, это все делается. Генератор магнитного поля. Что это такое? Давайте посмотрим. Пока делается. У меня тут есть тестовый, так сказать, стенд. Кстати, вот эта вот штука меня напрягает. Я ее снесу, потому что в прошлый раз я искал, что ж у меня такое стоит. Гидроны стоит и не используется. Потом до меня дошло. Так. Итак, давайте-ка потестируем. Где эта штука делается? Так, ну вот это понятное дело. Делать нужно будет. Система управления. Комп этот. Кстати, еще бы не мешало пороха наделать. Серую эту на первом производстве. Так, ну это все в свое время. Так. Нет, не тут. Значит, я так понимаю, это делается вот тут. Да. Генератор магнитного поля. Это нужно будет сюда тащить эти самые аккумуляторы. Ну, сюда довольствие аккумуляторы. Ну, блин, и расход пойдет большой. Кстати. Пока там делается, я кое-что проверю. У меня же дроны. Я же там отключал эту фигню. И возможно тут стало кое-что остановилось. Надо проверить срочно. А то аккумуляторы так просядут и все. Вот на аккумуляторы разгрузка, да нет аккумуляторов. Так, тут цемент. А, вот у меня аккумулятор. Ну, что-то привозит, да. 200 есть. Так, а тут что? Вот что-то... А, это тоже загрузка аккумуляторов. Так, а что сюда загружаться должно было? Было быть. Непонятно. Вот, вот это что это такое идет? А, вот, скорее всего, то, что я и подозревал. Или нет? А, это урановый стержень. Все, все нормально. Или он там урановый стержень? Ну тут, наверное, урановый стержень, слушай. Так, это вот это идет. Блин, узнать бы, что тут. Да, урановый стержень. А тут, значит... Надо смотреть, что тут. Возможно, этот самый дюралюминий, вот этот корпус. Он откуда снизу идет? Непонятно. Если я думаю то, что я думаю, что это что корпус, то может просесть фигня это, потому что на аккумулятор нужен корпус. Сейчас, пока время есть, можно как раз посмотреть все это дело. 3 минуты. Я пока проверю, что там шло. Даже дырка есть. Во-во-во. Вон там вот что-то идет. Да, да-да-да, я был прав. Корпуса. Так, корпус у меня делается, кстати, там. Так что я смогу сделать, проложить линию до корпуса. Ну, в принципе, не проблема. Корпус есть. И он делается, по-моему, даже на этом этаже. На этом. Надо просто сгонять и сделать его будет. Ну, давайте, 2 минуты я сейчас потусуюсь. Пока можно даже вот тут начать делать линию. Потому что у меня прям на этом этаже он делается.
Просто эти корпуса нужны для аккумуляторов. И там, возможно, сейчас можно даже просесть из-за этой фигни. Аккумуляторы, как выясняется, еще нужны на какую-то штуку. Их, по всей видимости, нужно будет привозить. Ну, в принципе, а дрон привозят, просто их нужно будет усиливать в большом количестве вести. Чуть оно криво, да? Чутка ниже. Не сильно низко. О, сейчас пока изобретается. Ну, сейчас она изобретется. Я следующий тир поставлю открываться. И алюминиевые корпуса эти вытащу. Проблема в том, что там все перегружено уже. А, не. Не на этом-то. Или на этом. Этаже перегружено. На каком-то из этажей все перегружено, поэтому. По-моему, на этом и как раз и есть. Много чего делается. Так, все, остается 40 секунд. Возвращаюсь, запускаю следующее этот самый исследование. Я не долечу. Туф! Как муха об стекло такой. Так, не понял, что это такое было. Листик, что ли? Мне показалось, как какая-то фигня там размазана. О, прилетел, паркуется. Так, припарковался. Отлично. Следующее загружаем. Выбрать цель. Все есть. На взлет. Milestone reached. The object scanner can now find underground wells, which can be pressurized to extract resources such as nitrogen, water and oil. Nitrogen will contribute to more. Все понятно с тобой. Итак, что я открыл? Давайте посмотреть. И что нам нужно следующее-то? Трубы. 1000 труб и 100 компов. 100 компов есть, 1000 труб есть. Но нету. Сплавной модульный каркас. Сейчас посмотрю, как он делается. Ну, я так полагаю, открыл его, да? Радиатор, вот эту штуку открыл. Какой-то экстрактор скважины. Нагнетатель давления скважины. Что это? Пустой баллон. Баллон азота. Улучшение сканера азота. А, слушайте, азот какой-то появился. Давайте искать. Так, для начала это самое. Для начала. Вот эту штуку поставить. Так, генератор. Это все есть. А каркас где? Не вижу, где каркас делается. Значит, не в этой штуке. Упаковщик. Мало нас это. Сплавной, может, литейный? Сплавной каркас. Видишь, он делается в ассемблере, в обыкновенном. Так, ну эта система понятна. Нет. Подождите, а все-таки я и забыл-то каркас это нет. Вроде запрет. Да. Либо я не вижу что-то, либо где-то делается. Ну-ка, давайте. Вот тут должен по-любому делаться, в этой штуке. Пускай все я... Есть тяжелый модульный каркас. Ну и нету этого каркасика. Так, есть идея. А, ну и последний, давайте, ладно, на то пошла. Конструкторе. Я не думаю, конечно, что в конструкторе он делается.
собственно, да. В конструкторе он не может делаться. А что еще есть? Очистительный завод, смеситель. Может, смесители? Да, нифига себе. Смесители. А, так вот, получается, азот вот этот, да? Азот нужен. Алюминиевый корпус и тяжелый модульный каркас. Ёпарасоте. То есть мне нужно еще азот тащить сюда? Или где это делать? Ёлки-палки. Все понятно теперь, где он делается. Так. Проблема с азотом. В принципе. Проблема-то не проблема. Гейзер есть. Азот. Что за азот и где он находится? Опа, есть какой-то. Есть пробитие дна. Где это? Вот тут вот это. Где это вообще жесть? Так, а где еще показала? Так. Где-то вот тут вот оно есть. О, слушайте, вот тут есть маяк. А, вот он. А, это маяк с водой, да. Хотя я думал, что это вода. Трактор, тут что у меня? Ну, это куда-то сюда. Ну, тут у меня поезд ходит, в принципе. Ну, что-то далековато. Далековато, на самом деле. Это кажется, пока что близко. И вот тут где-то вот азот этот. А вот что? Железостанция уголь, разгрузка. Где уголь? Блин. Вот подкинули проблем теперь с этим азотом. Азот теперь добывать надо. Кстати, а тут ничего не открылось нового. Нет, тут все. Все нормально. Кстати, а тут ничего не добавили? Показывали, что типа добавлено, не добавлено. Нет, все как было. Так, в общем, байда с азотом. Нужен азот. А прежде чем пойти за азотом, ну это, наверное, я будет отдельное видео с азотом я сделаю. Нужно здесь доделать эти самые, как его называют, алюминиевые корпуса, чтобы сюда шли. Иначе будет все очень печально. Вон там они шли. Вот сюда их надо и довести. Отсюда он туда. Ну, это я, наверное, на паузе сейчас сделаю по-быстрому. Вот. А в следующей серии тогда буду добывать азот. Поеду. Вот. И всю инфраструктуру с азотом поднимать. Ну, а потом продолжу, собственно, исследование. Потому что, как вы видите, нужен азот для этих каркасиков-то. Может, просто так не сделать. Как выясняется. Так, ну что, я все собрал и готов врубить следующее это исследование. Готово. Цель достигнута. Итак, 4 минуты. Кстати, через 4 минуты полетит. И следующая цель, что у нас тут? 200, 400 и турбомоторов. Так, ну турбомотор я сделал. Исследовал, получается. Вот, нужно теперь его поставить на производство. Понятно. Все понятно. Так, что тут? Давайте покажу, пока летает самолетик. Что я тут понатворил? Что я сделал? Выйдет следующая версия, где я расскажу, как настраивал аргон,
собственно. И как я подключал новые станки. Ну, станки я за кадром сделал, поставил. Вот, но аргончик нашел, доставил по ЖД путям. И он сейчас по трубам поднимается наверх. На мой на четвертый этаж. И, собственно, идет производство. То есть ничего сложного, ничего такого критичного. Так, компы. Компов не хватает. Так, а тут что ничего не хватает? Газа. А, аргонговый азот. Азота тут что-то не хватает. Ну, не столь важно это. Меня интересует 200 кубиков. Ну, пока вроде делается. Так, следующий станок. Следующий станочек нужно поставить. Для начала нужно сделать эти. И, наверное, их надо побольше сделать. Так, станок. Изготовитель. А, не хватает этих кубиков. Пойду кубиков возьму. Машинка есть-то? Нету. Есть. Потому что слишком большой стал этот самый завод. В общем, как я азот добыл? Ну, просканировал. Доехал до точки изготовления азота, собственно, подключил там основную бурильную эту самую штуку, или добывальную штуку. Ну и все, и подключил трубы, и все это в хаб гружу на поезд, поезд приезжает сюда, и выгружается, собственно, в цистерны, и плюс сюда идет азотик. То есть ничего такого сложного и сверхъестественного. Так, сейчас надо кубика взять. Делаются, кстати, быстро. Пополтос сделался довольно быстро. Этих каркасов. Так что, я думаю, и 200 тоже сделается быстро. Все, поехали назад. А, кстати, компы. Я бы компы еще загрузил. Там нужны. Вот, цените. Погнали. Но проблема сейчас возникает с электричеством у меня. Немножко уже начинает, ну не то что поседать, но уже проблемы. Так, это вообще выкинуть можно. Так, вот это выкинуть. Цветы. Цели оставлю, ладно. Хотя тоже можно выкинуть. Это. Вот, сюда у меня, получается, азот наполняется. 2400 поезд возит. И сюда идет через такие вот хабы. То есть идет по трубе. Из трубы в хаб, вот в такой вот. В цистерну. Ну и потом уже сюда идет, собственно. По этой трубе. Так, сколько тут накопилось уже этих? Их, по-моему, 400 тоже надо. Вот сейчас как раз и возьму. А кубиков, рубиков? Ну, пока еще мало. Всего лишь 100. Ну, тем не менее, пока я сделаю этот самый, кубички подкопятся. Сейчас еще закину туда. Так что нормально будет. Опа, новый этот самый. Ну и тут турбонасос нужно будет делать. Сейчас все поставлю на производство. Так, вон там еще эти стоят. Ящики. Я так подозреваю, они полные. С чем-нибудь, с игрушками новогодними, наверное. Так, давайте закину полтишок. Так, то давайте еще 11 докину. Тут полтишок. А, тут не полтишок.
Во. И вот так. Все. Пускай они делаются. Так, а я пока поставлю изготовитель. Где он? Всего хватает же на него? Хватает. Не сильно это я близко поставил. Да вроде нет. Итак, эту штуку, турбомотор, для него нужно блок радиоуправления. Делается такой. Система охлаждения есть такая. Мотор есть и резина. В принципе, все есть. Так, только надо понять, что откуда будет ехать. Так, значит, резина. Так, система охлаждения. Она что-то делается. А, нет, тут делаются кубики. Значит, сверху будет поедет. Блок тоже сверху, мотор снизу и резина снизу. То есть получается две вот так. Так, ты вообще как сделал? Одна вот так вот поедет линия. И одна вот так. Ну и две вот так вот. И все, и восьмой тир у меня будет исследован. Останется накопить ресурсов на девятый тир. На открытие девятого тира. Так, что у меня по электричеству? Видали, упирается уже немножко и все. У меня 11, до десятки, 9,5 даже. 9700, ну почти десятка, кстати. Сейчас этот запущу и будет, наверное, десятка. Это печально, я вам скажу, на самом деле. Потому что у меня там с электричеством-то могут быть потом начаться проблемы. Не, ну в случае чего я просто этот этаж отключу. В случае какого-то жесткого пиздеца. Просто усиление, начал усиливать все. В позапрошлой серии, по-моему, даже делал. Усиливал производство. Вот, собственно, электричество начало проседать. Ну, в основном начало проседать вот из-за этих, вот, на самом деле. За завод такие энергозатратные. Да ёлки-палки, как тебе секануть-то? Чё-то цепляется на него. Так, ну с этой стороны выведу. Так она выведется, нет, как думаете? Или какие-то проблемы будут? Проблемы? Сейчас попробую. Ящик там ни к селу, ни к городу стоит. О, нет, не пойдет. Ну, собственно, я так и подозревал, потому что что-то у меня у тех большие расстояния. Тогда сюда. Тогда мешаются два ящика. Так вот. Ну и, собственно, выгрузка. Ай-яй-яй. Все, сейвик. Так, сейвик, сейвик, сейвик. Так,
Подключаем всю эту фигню. Ну и все, поэтому что я сейчас тогда делать, подводить ресурсы все. Как подведу и включится станочек, продолжу запись. Вот, просто, ну зачем опять-таки показывать монотонный процесс. В принципе, тут все ресурсы тут находятся, конвейером подсоединить, сейчас на эти конвейеры кинуть. И все. И оно все пойдет. Вот, так что, пока пауза и продолжим. Так, ну что, ребята, закончил я собирать все ресурсы для открытия следующего тира. Точнее, следующих исследований. Все, последнее исследование. Обогащение частиц. Отправляю самолет. А куда он делся? Он все исчез, походу. Потому что открывать уже нечего. Через 19 минут. Ну все. Восьмой тир я полностью исследовал. Все, что можно было, я получил. Теперь что нужно будет делать? Это в следующем видео я буду делать ускоритель частиц. И, наверное, усиливать атомную мою электростанцию, потому что с электричеством у меня сейчас большие проблемы могут начаться. Тем более, если я буду еще что-то усиливать. Я уже впритык выхожу. 10, десяточку. А у меня 11, еще 1 гигаваттик. Если там скачок будет какой-то сильный, то не вытяну. Вот, поэтому нужно будет сначала разобраться с электричеством. Ну и заодно посмотреть, попробовать, что это за хрень такая. Это вот тут, скорее всего, да? Электричество не... Ускоритель частиц. А, о, вот он. Кстати, его можно, в принципе, построить, но он какой-то гигантский. Дайте мне где-нибудь его попробовать разместить. Нифига себе, это бандурина. Зацените только, какая-то массивная бандура. Ну, как раз на него накоплю ресурсов. И в следующем видео можно будет построить ускоритель частиц этот. Ну и плюс новые ресурсы появились, да? Давайте сразу посмотрю, где они делаются. Просто интересно. Ой-ой. Тут я чуть не попал. Было не попал. Так, значит, получается, что у нас тут есть-то? Новая. Неощупляемый уран. Ну, это такое, это мне пока не надо. Азотная кислота нет, а плутониевая таблетка тоже нет. Интересно, вот тут кубики. Медный порошок. Тут интересно, что -то. Стержень, кубики. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Итак, что имеем? Начну с конструктора. Тут, скорее всего, медный порошок. Да, медный порошок тут делается из медной этой фигни. Из медных слитков. Понятно. Ну, в принципе, я так и думал. Не знаю пока, зачем это нужен порошок, но, возможно, нужен для чего-то интересного. Так. Так, так, так. Это все есть. Во, куб. Ну, соответственно, куб преобразования. Из кубика, рубика и этой фигни. Понятно, понятно. Так, изготовитель есть у меня. Хватает на изготовитель. Ну и тут, наверное, суперкубик. А, ну вот, ракета на тепловой тяге. Генератор магнитного поля. Хотя зачем он нужен, интересно? Плутониевый стержень. О, еще что-то. Понятно. Так. Ой. Упаковщик, что тут у тебя? Есть что новое? Азотная кислота. Ну и остальное такая. По мелочи. Так, тут что? Ага, тут у меня нету. Заводик. На заводе все так же. Жидкое топливо. Все. Буровая установка, зато от этих уровней есть. Но это опять-таки нужны эти моторы, движки.
что все это сделать. Ну что, неплохо, неплохо. Исследовал весь восьмой тир, друзья. На этом, пожалуй, все. Как обычно, не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайк под видео. Ну и заходить на наш сайт. Всем удачи, друзья. Всем пока.